Пикник для птиц. Экологи и студенты Ставрополя подключились к акции по спасению пернатых. Как утверждают специалисты, в суровую зиму от холода и голода гибнут 8 маленьких птиц из 10. Всего же в крае зимует 31 вид пернатых. Помочь выжить им в ближайшие 3 месяца должны кормушки. Волонтеры смастерили их из подручных средств, наполнили крупой и развесили в Парке Победы. Мы изготовили кормушки из подручных средств, которые есть на каждой кухне. Вот поддон от овощей, это, значит, баночка от сметаны. Да, все это доступно, это можно вывесить и у себя у подъезда. Это на улице, внутри квартала, на балконе, в конце концов. И мы ответственны за братьев наших меньших. Спасем ставропольские птицы. А парк это делает регулярно, делает каждый год. Вот, и приятно, что к нам присоединились волонтеры, экологи. Это как бы помощь. Птицы – это же наши, парковские. Мы за них болеем душой и сердцем. Поэтому, когда они голодают, конечно, мы их подкармливаем. Это мы делаем много-много лет.